Праздник еще не начался, а на трибунах уже аншлаг. Здесь не только семьи металлургов, но и представители других профессий и предприятий. Для многих это дорогое сердцу событие, которое важно разделить вместе с единомышленниками. Не обошлось в этот день и без поздравительных речей от первых лиц ОМК и компании «Металлоинвест». Нашей большой компании «Металлоинвест» создаем чудеса. Мы с вами творим сталь, которую хочется потрогать. Из нее потом получаются такие великолепные продукты. И это все часть вашей души, ваших сердец и труд ваших рук. Дорогие друзья, от имени наших акционеров, Алишера Бурхановича Усманова, поздравляю вас с Днем Металлурга. С вас, со Оскольского комбината, начиналась наша группа. А мы сейчас какие? Большие, правильно. А еще какие? Лучшие. Могучие, правильно. А еще какие? Лучшие. Лучшие. И мы всегда были, есть и будем лучшими. У нас хорошее будущее. Будущее наших детей. Поэтому хочу вот в прекрасный день сказать вам всем спасибо, всему нашему коллективу. Пожелать всем здоровья, успехов и хорошего настроения. Еще раз спасибо вам за ваш труд. Первыми зажигать публику на сцену вышла группа «Корни». Стадион тут же подхватил заводной ритм их композиций. Многие встали со своих мест, чтобы не только спеть, но и станцевать вместе с любимыми исполнителями. Тебя, на тебя, на тебя. Даже звезды и тебе говорят. На тебя, на тебя, на тебя. Конечно, не обошлось и без общения с публикой. Артисты несколько раз выходили к зрителям, пели вместе с ними, делали селфи. Впрочем, гости праздника и сами с радостью поднимались на сцену к музыкантам. Обнимали их, дарили цветы, благодарили за приезд. Мне понравилось. От «Корней» я в восторге. Как бы. В детстве их очень любила и сейчас также продолжаю обожать. Вот. Концерт очень нравится, тем более это в преддверии моего дня рождения. В том году было прям в него. Хочу сказать спасибо «Металлоинвесту», ОМК. Пожелать им в День Металлурга всего самого наилучшего. В первую очередь здоровья, конечно. Потом уважение в семье, любви, ну и благополучия. Группа «Корни» — это два студийных альбома, около 30 синглов, которые долгое время занимали первые строчки российских чартов, гастроли на родине и за рубежом, в том числе и США. Но сегодня они здесь, в Старом Осколе, поздравляют тружеников ОМК с их главным праздником. Дорогие друзья, нам очень понравился концерт. Замечательный, классный концерт. Народ просто подбадривал нас. На самом деле, было просто очень круто. Спасибо вам огромное, что нас позвали на свой праздник. С Днем Металлурга вас, друзья! Металлурга. После выступления «Корней» солнце уже спряталось за горизонт, но на сцене появилась другая звезда – «Глюкоза». Своими лучами позитива и радости она озарила все вокруг, задав свой собственный ритм празднику. То, что «Глюкоза» не просто знаменитый мультипликационный герой, а настоящая талантливая артистка, певица продемонстрировала, выйдя к парапету стадиона. Металлурги смогли не только хорошо разглядеть исполнительницу, но и спеть вместе с ней бок о бок. Праздник удался на славу. Радость в глазах тех, кто принял в нем участие, была многословнее любых речей. Однако удержаться от благодарственных слов все же было непросто. Концерт замечательный. Группа «Корни» зажгла народ. Люди поднялись, включили фонарики, купили какие-то шарики светящиеся. Все чудесно. Атмосфера просто такая зажигательная. Спасибо большое группе «Корни». «Глюкоза» завершала наш концерт и тоже подняла зал. И сам спасибо руководству за то, что создали для нас такой праздник, такую атмосферу. Торжество завершилось разноцветным салютом, праздничные огоньки которого украсили вечернее оскольское небо. И другие привлеки СПС. С праздником, дорогие металлурги!